комнате моей души светлее. Приходил, наверное, электрик, поменял, наверное, проводку. Лампочки теперь горят поярче в комнате моей души. Теплее, отопление включили, видно. Можно варежки сушить спокойно, даже если будет минус 40 в комнате моей души. Рядом нет соседей, это значит, сверху не затопят и не будут возмущаться снизу. В комнате моей души есть чайник, фотографии и есть гитара. Приходи ко мне, когда захочешь, позвони, чтоб я была на месте. В комнате моей души можно жить. В комнате моей души можно жить.